Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить с выставкой, которая проходит в Ирарте. Она называется «Знаки Земли». Александр Компаниец. И зачитаю анонс этой выставки. Музей Ирарта представляет выставку краснодарского художника Александра Компаниеца, чья созерцательная живопись близка восточной традиции дзен. Южная природа, увиденная бесстрастным взглядом натуралиста. Погружение в космос узоров Земли. Александра Компаниеца можно назвать воплощением антитренда. Ему совершенно чужда современная идея успешности. Он не боится быть непонятым. Любимым временем года автора остается осень, когда выжженная солнцем богатая растительность сохнет, являя человека земную поверхность во всех ее деталях, а воздух становится холоднее и прозрачнее. Оттого живопись Компаниеца созерцательна и медиативна, близка восточной традиции дзен. Автор пытается остановить время, зафиксировать нечто ускользающее, то, что вот-вот будет утрачено навсегда. Родился он в 1986 году в Краснодаре, окончил Краснодарское художественное училище, затем Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина по специальности живопись. Участник арт-группы «Окно». Вот посмотрите работы, такие работы. Выставка называется «Знаки времени». Автор Александр Компаниец. Все, всем пока, всем привет. Познакомились с работами. До свидания.